среду на Московскую область обрушился мощный снегопад, вызванный атлантическим циклоном «Ольга», который пришел с юга Гренландии. Он принес сильную метель и резкое похолодание. За сутки в регионе выпало около четверти месячной нормы осадков. Из-за обильного снегопада образовались пробки на дорогах и гололедица. Для ликвидации последствий циклона «Ольга» сотрудники коммунальных служб Ленинского городского округа перевели в усиленный режим работы. Всего к уборке территории привлечено более 1300 человек и 330 единиц техники. Сначала убирали центральные дороги и тротуары, а также подходы к социально значимым объектам, а затем во дворах. Гражданам рекомендуют с осторожностью передвигаться по пешеходным тротуарам, а автолюбителей убедительно просят пересесть на общественный транспорт. Коммунальные службы муниципалитета будут держать ситуацию под контролем.